Неизвестные подожгли здание прокуратуры Калининского района. Ночью в кабинеты закинули 6 бутылок с коктейлем Молотова. Пламя мгновенно охватило кабинеты. В момент поджога внутри здания никого не оказалось. А вот вся мебель и техника выгорели полностью. Не уцелела также и часть документов, различные заявления от населения. Сразу после происшествия на место съехались все силовые структуры. При осмотре места происшествия уже обнаружены были бутылки разбитые. Понятно было, что это сразу же поджог. Следы горючего вещества, бензина, скорее всего. И было несколько неразбитых бутылок в том числе. На них могли остаться и отпечатки пальцев пироманов. Кстати, под окнами выгоревших кабинетов вандалы нарисовали нацистскую символику и оставили надписи экстремистского характера. Их уже закрасили, а из кабинета вынесли уцелевшие документы. Пока официальной версии происшедшего нет, но не исключено, что хулиганы так решили отпраздновать день рождения Гитлера, дата которого совпадает с днем поджога. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Вандализм и умышленное уничтожение имущества» путем поджога.